Что надо? Вам желаю, мои донецкие продукты, берите курят. Товарищ водитель, что вас вынудило здесь остановиться? Вы знаете, что на подъемах, на спусках, в местах, где видимость ограничена, остановка и стоянка транспортных средств запрещена. Здесь видимость ограничена? Здесь видимость ограничена? Конечно, да. Здесь видимость более 100 метров. Здесь видимость более 100 метров. Дорожных знаков там нету. Это подъем. Знака подъема там нету. Товарищ водитель. Свободный. Что ты дергаешь ручку? Я дергаю ручку. Ты кто? Я дергаю ручку. Удостоверение. Я дергаю ручку. Удостоверение ваше. Ваше удостоверение. Вы обратились ко мне, удостоверение ДО 1453. 1453. Ваше удостоверение. Давайте удостоверение. Еще раз, товарищ водитель. Ваше удостоверение. Предоставьте, пожалуйста, свое основание. Товарищ водитель. Вы меня не останавливали. Товарищ водитель, вы стоите в зоне действия знака, остановка и стоянка запрещена. Нету там знака. Так. Турянский Андрей Алексеевич до 15-го. Турянский Андрей Алексеевич. Алексеевич. ДО 1453. Все, спасибо большое. До свидания. Переписали? Да. Пожалуйста, основание. Товарищ водитель. Я не двигался, вы меня не останавливали. Водитель, вы стоите в зоне действия знака. Нету там знака. Нету там знака. Товарищ водитель. Там нет знака. Я еще раз вам объясняю. Товарищ водитель. Там нет знака. Знак, остановка, стоянка запрещена. Вы отказываете предоставить свое служебное удостоверение? Да. Согласно пункту правила 2.1, водитель обязан. Подойдите, пожалуйста, сюда, с камерой. Конечно. Так будет так. Да не вопрос. Там нет знака. Вы для начала выучите, где стоят знаки у вас. Вот стоит знак, где? Стоит где? Знак. Покажите. На спуске стоит. Покажите. Знак. Нету его там. Пройдемте, я вам покажу. Нету его там. Пройдемте, да я не буду никуда с вами ходить. Товарищ водитель. Не обязан я с вами никуда ходить. Средство, зона действия знака, остановка и стоянка запрещена. Там знака нет. Вы для начала проедьтесь и посмотрите, где стоят знаки, а потом будете людей разводить и рассказывать то, чего нет. Берите, пожалуйста, транспортное средство. Да не обязан. Добрый день. Добрый день. В общем-то. Какое требование? Знаки стоят. Где знаки стоят? Я инспектору сказал, вам скажу, проедьтесь и посмотрите. Стоят знаки в зоне? Я их посмотрел, я знаю, да? Где здесь знаки, да, находятся. Очень плохо вы смотрели. Вызывайте.